Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Ресторан по понятиям». Криминально-комедийный проект с прекрасным актерским составом пришелся по душе зрителям. Аудитория желает знать, когда состоится дата выхода второго сезона сериала «Ресторан по понятиям». Официального объявления пока не было. Если авторы решат продолжить работу, то премьера состоится не ранее января 2023 года. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Вариантов развития второго сезона достаточно много, ведь у каждого из героев собственные секреты прошлого. Ресторан получил популярность и приносит немалую прибыль, поэтому оказывается под прицелом разных деятелей, желающих поживиться. Кроме того, харизматичные мужчины могут начать налаживать личную жизнь, и это принесет много неожиданностей. Героям удалось изменить собственную жизнь и найти занятия, приносящие удовольствие и приличную прибыль. Проблема в том, что мир изменился, и настоящих мужчин в нем осталось немного. Если вам понравился сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.